Всем здорово! Сегодня я вам покажу, как удалить вирус Майнер. Появился он у меня после того, как я скачал игру, но вместо игры, которую я скачивал, у меня скачался какой-то лаунчер с названием Game. После его установки мой ПК начал очень громко работать, так как вирусы Майнера я скачиваю постоянно из-за того, что я люблю бесплатно поиграть в игры. Я сразу для проверки написал в гугле, как удалить вирус Майнер, для того, чтобы убедиться, что это Майнер. Почему-то этот вирус сразу закрывает браузер при попытке узнать, как его удалить. Для его удаления нам понадобится доктор Веб, но просто так вы его не скачаете, так как вирус будет закрывать браузер при попытке его скачать. Поэтому надо писать «скачать доктор Веб» с ошибками в тексте. С официального сайта его скачать не получится, поэтому скачиваем с сайта, которого получится. Тыкать на все ссылки, пока не добьетесь результата. Лично у меня получилось скачать с этого сайта. После того, как вы скачали, его нужно запустить, но вирус не даст вам этого сделать, поэтому надо переименовать название антивируса на любое другое название. Лично я назвал просто 1234. Потом просто запускаем, ставим галочку на согласен что-то там и нажимаем начать проверку. После того, как доктор Веб закончит проверку, в графе действия ставим везде удалить. Там, где не ставится удалить, ставим вылечить. Нажимаем обезвредить, но ни в коем случае не перезагружайте ПК, потому что вирусы вернутся. Теперь нам надо скачать доктор Веб с официального сайта. Ссылку я в описании оставлю. Надо это сделать, потому что есть вероятность, что этот антивирус мы скачали с вирусами. Поэтому после того, как скачали с официального сайта, старый антивирус удаляем. Затем нажимаем сочетание клавиш Windows плюс R и в открывшемся окне пишем msconfig. Нажимаем Enter, дальше в открывшемся окне заходим в загрузки и ставим галочку «Безопасный режим». Через обычный режим удалить вирус Майнер не получится, так как он забрал у нас права администратора ПК. Нажимаем «Применить», затем «ОК» и перезагружаем компьютер. В безопасном режиме запускаем доктор Веб, снова соглашаемся с чем-то там, и тут вместо «Начать проверку» нажимаем «Выбрать объекты для проверки». Ставим галочку на все объекты для проверки, затем нажимаем «Нащелкните для выбора файлов и папок». Тут ставим галочки на всех дисков и после этого нажимаем «ОК» и «Запустить проверку». После того, как антивирус завершил проверку, в графе действия мы теперь можем удалить все вирусы. Не вылечить, не переместить, а именно удалить. Пускай лучше удалится какая-то программа, скачайте заново. Это будет лучше, чем сидеть с тормозным ПК. И еще с первого раза у меня его удалить не получилось. Пришлось раза три прогонять доктор Вебом в безопасном режиме, пока он наконец-то не удалился. В общем, если помог, поставь лайк, подпишись, напиши комментарий под видео. Всем удачи, пока.